Для получения подробной информации о нарушениях, зафиксированных комплексами фото- и видеофиксации на территории Республики Татарстан и использования возможности оплаты штрафа в льготный период с 50% скидкой, собственники транссредств могут подписаться на услугу получения электронных постановлений на портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан. Оформление данной услуги доступно на любом устройстве, имеющем выход в интернет, а сама процедура занимает не более 2 минут. Для оформления подписки необходимо войти на портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан, перейти в раздел «Услуги ГИБДД», «Подписка на электронные постановления», войти в личный кабинет через единую систему идентификации и аутентификации, заполнить форму заявки и оформить подписку.